Упрощенный порядок предоставления ежемесячных выплат из средств материнского капитала продлен до 1 марта. Соответствующий закон на минувшей неделе подписал президент России Владимир Путин. Упрощенный порядок был введен с целью соблюдения ограничений на фоне пандемии и распространяется только на те семьи, что уже получают выплаты. Им не нужно обращаться в пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на продление этой меры поддержки. Получить консультацию о порядке предоставления и продления ежемесячных выплат из материнского капитала можно по телефону горячей линии 8 800 600 0215. Специалисты пенсионного фонда самостоятельно будут связываться по номеру телефона указанного в заявлении гражданина и выяснять его позицию о желании продлить данную выплату или прекратить. В случае желания гражданина продлить данную выплату, пенсионный фонд без личной явки гражданина в территориальные органы продлит данную выплату. В настоящее время данную меру государственной поддержки получают 593 семьи. В настоящее время сумма составляет 10 066 рублей, и количество семей регулярно у нас увеличивается.